Эсингуль Арстамбекова – владелица швейного цеха. В этом году ее бизнес несет серьезные убытки. Свой товар, а это женская одежда, она продавала в Россию. Теперь отправлять продукцию стало намного сложнее. Объемы ее экспорта упали в несколько раз. Всему виной ограничения, введенные в России для отправки средств в Кыргызстан. Как закон приняли, по-моему, 25 декабря 2018 года. Я вот помню, когда в январе месяце как бы перевод снимала, мне сказали, для чего отправили. А там клиенты мне должны были большую сумму денег отправить. Они говорят, Сингуль, тут невозможно перевести как бы большую сумму денег. Мне сказали только ограничение на 100 тысяч рублей. И с тех пор у нас как бы проблемы начались, то одно, то другое. И не хватает этих средств. Извините меня, когда сами москвичи там в России по 100 тысяч рублей получают зарплату, а здесь надо эти 100 тысяч для производства, это вообще как бы сущие копейки получается. И у всех, как бы у многих начались проблемы. Об этом говорили, об этом до сих пор говорят. И нету решения этих проблем никаких. Кыргызстан может вообще лишиться швейной отрасли. Объемы экспорта продукции упали на 60% по сравнению с прошлым годом. Если в 2018-м швейники заработали 118,5 миллионов долларов, то в этом около 59 миллионов. В Госкомитете промышленности говорят, что причины падения нашей продукции кроются в предвзятом отношении партнеров по ЕАЭС. Снижение объемов экспорта связано с тем, что Российская Федерация, Республика Казахстан в целях борьбы с ввозом контрабандной продукции из третьих стран ужесточили контроль на границе, что, безусловно, продлило сроки доставки грузов на основные рынки. В связи с прошедшим выборным процессом в Республике Казахстан товары со швейной продукцией простаивали на границе порядка до 15 суток иногда составляют. О том, что правительство обязано в срочном порядке заняться решением этого вопроса, накануне с трибуны парламента говорили и депутаты. Наши чиновники обязаны отстаивать интересы страны на всех уровнях. Вместо этого есть информация, что отдельными руководителями заключались соглашения, которые, наоборот, загоняли кыргызских бизнесменов в такие сложные условия. При этом никакой ответственности за нанесение ущерба интересам государства они так и не понесли. Прошло 4 года, как Кыргызстан вступил в интеграционное объединение, но до сих пор в полной мере не ощутил выгод от членства в Союзе. Товары должны свободно передвигаться, однако мы несем убытки. По итогам 8 месяцев экспорт продукции швейной отрасли, считающейся флагманом промышленности республики, упал на 60%. На 10% сократились объемы денежных переводов трудовых мигрантов. Кыргызстан должен быть готов ко всему. Правительству нужно ускорить решение проблем легкой промышленности. Если правительство не начнет защищать интересы швейников, наших производителей просто вытеснят с рынка ЕАЭС. Уже сейчас в Узбекистане на государственном уровне принято решение о поддержке и развитии этой отрасли. Даже наших специалистов соседи переманивают к себе. Все эти меры привели уже к тому, что с ними Кыргызстан конкурировать уже не может. У соседей и материал дешевле, и рабочая сила. Пока единственное наше преимущество – членство в интеграционном объединении. Игорь Потанин, Владимир Кубалдиев, НТС.